Вітаю всіх, всім привіт! Сьогодні у мене сирна паличка. Такий рецепт був в технологічних картах рекомендован к проведению Олимпиады 80. А вообще, это рецептура 1930 года. Сырная палочка. Сегодня я покажу, как я его делаю. Для этого нужны дрожжи. Заливаю их теплым молочком. Разминаю дрожжи в молоке, перемешиваю. И отставляю это в сторону. У меня стоит это все вблизи тепла, возле батареи. Теперь я подготавливаю остальные продукты. Голландский сыр нужно натереть на терку. Добавляю сюда сливочное масло, но в рецептуре маргарин. Теперь добавляю яйцо и опять же слегка вымешиваю. Все продукты должны быть теплыми. Добавляю сметану. Теперь еще понадобится соль. И просеянная мука. Ну а теперь сверху на муку добавляем те дрожжи, которые мы растворили в молоке, и они простояли все это время. Они уже начали бродить. Прекрасно. Значит, дрожжи работают. Тесто слегка вымесить и сформировать в комок. Теперь я его ставлю в спокойное теплое место. У меня это микроволновка. Естественно, не включать. Подготавливаю противень. И прошло буквально 40 минут. Тесто поднялось. Выворачиваю его на стол и продолжаю формировать. Можно нарезать их примерно на глаз. Или же взвесить. И тогда они будут идеально одинаковые. По 30 грамм.
Теперь сформированные пирожки нужно поставить на расстойку, чтобы они подошли. Смазываю их яйцом. И оставляю в теплом месте. Я поставила их в духовку в разогретую, но выключенную. Там тепло и быстро подошли палочки. Теперь выпечка. Ну и пока ждем. У нас сегодня 11 декабря. Река замерзла. Минус 6 мороза. И образовался невероятно гладкий, ровный и прозрачный каток. Природный каток. А вот и пирожочки. Мягкие, воздушные и очень ароматные.